信任法律，保持着正确的方向，体现出坚韧的办案实力。双方发展双边关系的意愿更加坚定，推进各领域合作的信心更加牢固。中方对此给高度的评价。我今天愿意同老朋友吴道共同落实好两国元首的统一的共识，推动新时代中国前沿战略协作伙伴关系不断向更高的水平去迈进。再次到访。Это уже наша вторая встреча в текущем году, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер нашего регулярного диалога. Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку. Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Китайской Народной Республикой продолжали устойчиво и последовательно развиваться. Об этом договорились наши лидеры, президент Путин и председатель Си Цзиньпин. И сегодня, как вы и сказали, мы будем рассматривать конкретные шаги, которые нацелены на то, чтобы все эти договоренности последовательно воплощались. Очень рад пообщаться с вами, дорогой друг, особенно в этой очередной прекрасной провинции. Я бывал уже во многих провинциях Китая, все они просто искренне вызывают восхищение.